На выставке представлено более 300 экспонатов. Это предметы быта народностей, которые проживают на территории Саратовской области. Чтобы их собрать, сотрудникам музея пришлось объехать около 100 сел и деревень. На выставке представлены материалы, собранные в ходе этнографических экспедиций 1992 по 2008 год. Некоторые люди они отдают так музею, передают как бы в дар музея какие-то самые ценные экспонаты, ну, например, национальные костюмы, можно даже закупить. Праздничный русский народный костюм удалось собрать в Екатериновском районе. Причем юбку нашли в одной семье, а платок и рубашку в другой. А вот киот, это шкафчик для хранения икон, сотрудникам музея подарил житель Лосогорского района. Когда-то этот предмет принадлежал его бабушке, а потом маме. Сотрудникам музея удалось отыскать и несколько забытых русских песен. Пополнилась и казахская коллекция. Пожилая семейная пара из Новоузенского района отдала музею изголовье кровати. Много лет, следуя традиции, они использовали его для сна. Ложились на пол, подстелив под себя ковер, а на изголовье для удобства клали подушку. В общем, на новой выставке есть что посмотреть. В музее этнографии она будет работать постоянно.